Всем привет, мои дорогие зрители. Я продолжаю снимать собственный летсплей. Хай-тек или хай-теч, как уж вы будете произносить, не знаю. Снимаю его на сервере лазуритных гномов от The Craft. Сервер хай-теч 2, PvP. Вот, и вы слышите этот ужасный раздражающий звук. Также видите, что дом здесь почистился. Этот звук ужасно идет от сушилки вот этой, в которой ремонтируются инструменты. К сожалению, кварцевые там не ремонтируются, это печаль. Потому как в ней ремонтируются только ванильные инструменты. По поводу этого вопроса я, конечно, обращусь к тем ребятам, которые собирали сборку. Но вряд ли они будут что-то переписывать в конфигах, не знаю, посмотрим. Что ж, здесь буквально недавно, вы видите, ник у меня посередине сверху Defender. Это мой сосед, вон там находится его дом. Я копал в шахте, вдруг слышу, кто-то копает у меня над головой. Эй, я такой, блин, думаю, ну ё-моё, сейчас меня убьют, тут рельсы заберут. Мало ли что, вдруг там человек какой-нибудь в броне крутой, я же не смогу его тогда замочить. А я без всего шел там просто реально чистые инструменты и куча руды. Вот, руды сейчас я вам покажу, вот видите, сколько тут всего накопано. Вот. И я так думаю, свалю-ка я в сторону, отбежал по пещере, потом случайно вернулся, смотрю, выкапывается Defender. Вот, поздоровались, вот, оказывается, подписчик мой давний. Вот, мирный человек, хороший, вот, теперь живет по соседству, он раньше был жил по соседству. Вот, погуляю с ним по пещерам, все такое. На тебе, пучара, на тебе. Вот. И развиваемся потихонечку. По соседству то саженец подкинем друг другу. А, привет. Сейчас напишем ему. Что такое? Привет. Снимаю. Ты в кадре. Помаши ручкой. Чувак не понял. Ладно. Вот, в общем, у меня есть, как вы помните, генератор, и я его пока что топлю саженцами, собственно говоря. Я хочу сделать стиральную машину по очень простой причине, в ней хотя бы смогу броню ремонтировать. Итак, стиральная машина у нас делается из 5 железных слитков, 3 кнопок и еще 4 железных слитков, образующих колесо. Вот. Поэтому давайте вот так вот скрафтим 4 железных слитка. У нас образуют колесо. Так. Мы берем колесо. А, нет, сначала нам нужно сделать кнопки. Блин, кнопки делаются. Мне кто-то землю скинул из камня. Ё-моё. Мама, я в телевизоре. О, боже мой, ребята тут, значит, пытаются, из кожи вылазят как могут. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Забавно. Не сразу поняли, видать, что я тут на запись. Так. Я вот решил так вот рандомненько взять и пойти позаписывать. Так, сейчас я быстренько поставлю камень на пережарку. Всего 8 штук. Мне нужно буквально 3, чтобы сделать из них кнопочки. А пока что я вам покажу, что у меня здесь произошло, и расскажу. Спасибо Дефендеру. Он помог мне, немножечко подкинул земли. Правда, ну, я тоже ему помог. Я ему подкинул булыжника, как вы видите, довольно много. Вот. Таким вот образом обменчик такой сделали. Еще он мне подкинул 2 саженца, березы и елки. У меня их не было. Вот. Теперь они у меня есть, и я тут потихонечку выращиваю такой садок. Разровнял поверхность, как вы видите, вот здесь вот. Значит, там было не раз... Где это? Что такое? Где это? Где это? А, я же на 2 кубика ушел. На 2 кубика. Вот. Там дырка. Там было не разровнено, собственно говоря. И таким вот образом я это дело разровнял. Ну и планирую чуть-чуть еще расширить на самом деле. Вот здесь у меня 2
полянке с пшеницей, которую я тут старательно пытаюсь засаживать так, чтобы она росла, значит, и довольно продуктивно, ну, пытаюсь. Увеличиваю плантацию, пока что ничего, как бы это только вот то, что выпадает тут, ем. И то не всегда, стараюсь на самом деле не есть для того, чтобы сэкономить и, как бы вам так сказать, для того, чтобы, собственно говоря, так, вот этой кнопки мы сделали. Бурум-бурум-бурум. Что я хотел сказать? А, вот, потому что сейчас я в результате насыщаюсь за счет того, что умираю. Вот, то есть я умираю и восстанавливаюсь за счет этого голод и здоровье. Вот такая вот у меня схема интересная. Вот, а это домик Жени, собственно говоря, и Дамира, Титан и Хаммер. Вот, ну, к сожалению, они меня забыли добавить пока что. Там у нас Женя. Нормально так. Нет, ну вы это видели. Так, кто меня убил? Интересно. Так. Что за фигня такая? Вообще. Наглевшие люди. Так, ну чё, берем, просто скриним и все. Кидаем ребятам, ребята банят. Будут тут ходить такие интересные. Он еще модер поди какой-нибудь. А, да, надо поставить вот так, чтобы вылезло в общий чат. Так. Может его как-то выразумит никнейм 8 бит. Ну, это префикс. Не знаю. Странные люди иногда попадаются. Так, о чем я хотел вам сказать? А вот, собственно говоря, дом... значит... Приколист. Дом, значит, Жени и... О, мои вещи... Не знаю, он увидит сейчас или нет. Он вроде там. Мои вещи тут лежат. Эх, блин. А он, походу, не заметил. Или заметил. Так, сейчас я ему напишу, что тут мой шмот. В некотором смысле разлетелся по карте. Ну, блин. Так, окей. Надо что-нибудь к себе прибрать, пока все я растаскали. Ладно, собственно говоря, больше почти ничего и не надо. Кирка. Так. А, я дверь закрыть не могу. Так, я что-то затупил. Хотел дверь закрыть. Так, ну ладно, мне по сути... собственно говоря, мне и камень-то не особо был нужен. А, он еще и VIP. Как это мило. Хм, интересно. А, донатер, наверное, потому что иначе он бы просто, не знаю, за такое время они вроде недавно открылись. Сервера-то, он бы не успел до такого уровня развиться. Так, хотя донат там дорогой. Что я могу еще сказать, ребят? В общем-то, ну, вы меня извините, если немножко скучновато получилось в этот раз. Вот, просто ночью записываю. Я реально уставший немножко.
Вот, в следующий раз буду записывать днем и вечером, поэтому в следующий раз все будет весело. И я надеюсь, я буду уже не один записывать вот таким вот образом. Так что ждите следующую серию, она будет веселая. А в этой серии я стиральную машину сделал, так это замечательно. И я хотел вообще сделать... где у меня автоматик? Автоматик, вот я хотел сделать вообще автоматический мацератор, но тут алмазы нужны и машинный блок, который делается при помощи вот такого гаечного ключа, например. Ой, ну, в общем, гаечного ключа из... Бронза у меня пока что не хватает. И, ребят, значит, смотрите, показываю. Кладем два купера, кладем один тин. Не выходит. Так кладем, тоже не выходит. Значит, стандартный крафт вот такой, либо вот такой тоже не выходит. Ребят, только пылью делается все. Так что, извиняйте, но здесь такой вот стоит грегтех, и поэтому не складываются эти вещи. Собственно говоря, ничего и не делается. Вот так. Поэтому либо я буду искать гравий и с помощью гравия в ручной ступке перемалывать, как я уже показывал на одной из предыдущих серий. Вот у меня тут одна пылинка даже осталась. Либо я это буду как-то делать потом, уже когда будет у меня достаточное количество ресурсов. Кстати говоря, вот у меня тут всякие вот такие вещи находятся интересные. Я спустился вниз, когда в пещере гулял, вот вместе с Дефендером там искали мы ресурсы. О боже мой, это такая жесть была, реально. Не, ну, в одну сторону шаг шагнешь, бабах, чей-то приват. В другую сторону шаг шагнешь, опять чей-то приват. Это был полный пипец, потому что вообще куда ни пойдешь, везде запривачено, это просто жесть. Такие вот делишки. Значит, ну и мы с ним ходили и нашли, вы видите, у меня вот там вот обалденная меточка такая, спавнер зомби. Находится тут он ровно, получается, под вот этим вот углом дома. Потом я сделаю туда лесенку, наверное, сделаю там ферму опыта. Вот таким вот образом. Ну что ж. Небольшая такая обзорная получается у меня экскурсия. Всего лишь-то я вроде как сделал только стиральную машину. Домик. Единственное, что... А, вот здесь вот у меня такая вещь. Вот такие люки. То есть я их закрываю, все. Здесь никто зайти не может. Но это раз, а два. Вот здесь еще тоже никто зайти не может. Вот эту арку. Вот здесь кубик может человек скопать. То есть эти кубики не защищены. Вот там, которые чуть-чуть стоят аркой, но не так, просто для красоты, образно выражаясь, для красоты. Так, а вот мне очень интересно так как-то... Как-то интересно Defender строит. У него вот отсюда начинается... Ну да, где-то вот там заканчивается, наверное, где пшеница. Забавно, то есть у него вот тут дом, он не на все пространство как-то сделан. А, нет, это мистер Данилка. Данилка тут строит. Воу, у Данилки стоит этот копатель, как его называют. Так, ну-ка, а если мы сейчас нажмем Е, так, не... вот. А, блин, он справа подсвечивается, надо в центр перенести. Майнинг Вэл, это копающий бур. Круто. Круто, у человечка тут поставлена схема. Заприватил тут, буром копает. Это все дом мистера Данилки, тут пауки бегают. Шахта тут какая-то, нет. Оу. Хорошо живет. И приват, а нет, приват обычного размера. Там, кстати, есть, можно сделать так, чтобы приват был большой, но это... Этот самый, как его называют-то, елки-палки, платная фигня. Да, посмотрел, там, по-моему, даже 300 на 300 можно сделать. Подумал вообще, блин, кому столько нужно-то. Ну, только если людям, которые випку берут, у них там есть возможность карьер ставить. Я не знаю, тут как бы карьер особо... Если ставишь карьер, становится как-то не хардкорно, на самом деле, мне кажется, играть, потому что он все добывает, и как-то скучновато уже. Не суть, а интересно как бы. Так, о,
Я нашел, куда мои инструменты делись. В том числе тяпка. Ну, тяпку можно и выложить, собственно говоря. Она мне тут и не нужна. Так, пойду я соберу пшеничку. Вот. Надеюсь, что поснимаю в будущем с Женей и с Дамиром. И, кстати говоря, еще одна новость интересная. Сегодня играл тут вечером, и со мной уже успела поиграть Настя. То есть, если мы, допустим, нажмем F3 и нажмем R-Info вот таким образом, то мы видим список жителей: дом генерала Владимира, жители Винка, как вы помните, это Настюшка. Вот, и Хаммер. Ну, это Хаммер, собственно говоря. Кстати говоря, сюда мы сейчас добавим Титан. Ой, нет, танкер нам не нужен. Титан. Вот. У Титана, по идее, должно было высветиться, что я добавил его. Сейчас мы вот так вот сделаем. Я тебя с Хаммером добавил в свой регион. Так, что тут еще можно прочитать? А, что такое нет пропущенных? А вот это я даже не знаю, что это такое, на самом деле, что значит нет пропущенных. Границы тут указаны еще. Вот, кстати говоря, это к вопросу о том, человечек у меня спрашивал тут как-то раз, как добавлять, собственно говоря, человека другого. Ну вот, я буквально только что показал, как это делается. И на этом счастливом моменте я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всем удачи, всем счастливо, всем хорошей учебы и пока, ребят, до встречи на новой серии.